Вот эти аксессуары, то, что нужно. Да, подходит. Бау, очень красиво. Куроми. Сейчас я приготовлю вкусненький коктейль. О-оу. Эксперимент вышел из-под контроля. Нет, что происходит? О-оу. Что со мной случилось? Вау, я превратилась в Хеллоу Китти. А это? Мои новые очки. Минуточку. Я могу превращать все вещи в Хеллоу Китти стайл. Ну, сейчас повеселимся. Вещь? Кто это с тобой сделал? Святые горгульи, что случилось с моей комнатой? Хеллоу Китти. Что? Это прелестно. Посмотри, какое все розовое и мягкое. Не жизнь, а мечта. Подушки? Нет, 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 не трогай. Юху, посмотри, какое очаровашка. Остановись. Нет. Бедняжка. Я не брошу тебя в таком виде. Экстренная помощь. Черный маникюр. И татуировки. Я спасла тебя от радужного безумия. Смотри, как я умею. Оп. О, нет, нет, нет. Это плохая идея. Красиво, правда? У меня аллергия на цвет. О, да. О, нет. Окей, убрала. Обнимашки? Не притрагивайся ко мне, радужная бацилла. Вот тебе перчатки. У-у, какие они миленькие. Обнимемся? Ну, ладно. Она согласилась? Спасибо, подружка. Что? Ничего не произошло. Моя радужная магия? Почему не работает? Нет, нет, нет. Ни одного яркого пятна. Это все из-за перчаток. Ей ничего не подходит. Черно-белое уныние. Мне не нравится эта розовая чепуха. Иди на свою родину. Хеллоу, Китти. Прощай, Китти. О, мамочки, ну ты из люка. Я этого не допущу. Пришло время освободить свою радужную силу. Только не снова. Нет, нет, нет. Ой. Это зашло слишком далеко. Ну что ж. Мы молодцы, вещь. Папа! Я хочу вот это. Руку? Детка, но у тебя и так куча игрушек. Мне нужна эта вещь! Окей, посмотрим, где найти эту руку. Я уже пишу. Итак, почти готово. Есть. Смотри, вот наш план. Это мы с тобой. Берем мешок и похищаем вещь. Но это не конец. Не конец? Нет, мы оставим там приглашение на вечеринку, где мы обменяем вещь на Хеллоу Китти. Это гениально, папочка! Я знаю. Сначала взломаем дверь. Нет. Вот то, что нужно. Не зря я прошел онлайн-курс юного грабителя. Что это? Она всего лишь спит. Где же прячется вещь? Посмотрим. Что? О, вот и вещь. Ты нами нужен, малыш. Вещь у меня. Прекрасный день. Ауч, больно. С этими лапками и горшочками ужасно неудобно. Почти получилось. О да, отличный лайфхак.
Доброе утро, Венсдей. Вещь? А где вещь? Вещь, иди сюда. О, нет. Вещь пропала. Смотри, вместо пальцев пустота. Что? О, какой кошмар! Секундочку, я что-то вижу. Где же он? О, что ты нашла? Не могу поднять. Из-за этих рукавичек не получается. Может, ты наконец снимешь с меня эти горшочки? Ладно, я тебя освобожу. Ауч, у меня есть пальцы. Ну, давай. Вещь будет на этой вечеринке. Нам надо пойти. Окей. Вау, отличная вечеринка. Слишком розовая. Ну ты, Бука, будешь Куроми. Оу, здесь охрана. Хеллоу, Китти. Ты проходишь, Хеллоу, Китти. Идем со мной. Окей. Нет, стоп. Что? Вот это Хеллоу, Китти. Да, это я. А вот это Куроми. И ты не похожа на Куроми. Ты не проходишь. Пока-пока. Встретимся дома. Ты не пойдешь туда одна. Не получилось. И как мне превратиться в Куроми? Я знаю. И как? Сначала обнимашки. Ладно. Друзья навсегда. Ко мне мой волшебный чемоданчик. Ну что ж, начнем перевоплощение. Окей. Что же тебе надеть? Нет, нет. Попробуй вот это. Кажется, не это. Здорово. Нет, ну ладно. Тогда вот это. Серьезно? Добавить горчицу и кетчуп? Пожалуйста, не надо. Вот эти аксессуары, то, что нужно. Да, подходит. Вау, очень красиво. Хорошо, а как насчет макияжа? Доверься мне. Нам нужны широкие черные стрелки. И фиолетовые стрелки на нижние века. Еще немного фиолетовых акцентов. Куроми. Ну как? Похоже. Сделай лапки вот так. О, как чудесно. Вы просто одно лицо. И теперь мы можем идти за вещью. Ага. Проходите. Какая крутая вечеринка! А вот и вещь. Привет. Вещь? Что-то здесь не так. Китти, ты видишь? Эта вечеринка какая-то подозрительная. Ты права. Здесь совсем нет гостей. Это лицо мне знакомо. Привет, Венсдей. О, нет! О, да! Лови их, папа! Давай, детка! О-оу. Давай! Упс! Ну вот вы и попались. Я готов драться. Вещь. Что? Привет, скейтербой. Угу. Ты знаешь, что делать. Приветик. И это все? Еще нет. Ну давай, нападай. Легко. Мой копчик. Папа, я отомщу за тебя.
мои лапки! Ну ладно, готовься, радуга. Точно! Мои лапки! Ха, попалась! Что? Поп-туб? Спасибо, обожаю поп-тубы. Ты моя новая лучшая подружка. Продолжим битву, лузер. Придержи свой пыл. Посмотри на них. Кажется, они подружились. Ну да. Это даже мило. Эй, Китти, нам пора. Хорошо. Идем. О, нет, не уходи, Китти. Я буду скучать. Не грусти. Мы приглашаем тебя на нашу вечеринку. Будем веселиться с Хэллоу Китти каждые выходные. Спасибо, это здорово. Оу! Что-то снова пошло не так. Вернись из потустороннего игрушечного мира. Оживай, Бан-Бан. О да, магия сработала. Я ожил, я ожил. Несанкционированное оживление игрушки. Так, так, так. И ты ожил. Та-дам! А вот и нарушительница. А это еще кто? Новый сосед? Вы арестованы. А? Черная магия запрещена. Это ошибка. Я не ношу браслеты. Отдохнешь за решеткой. Плохие личности. Венсдей, Апила Бёрд, Меган. Хорошие личности. Вампир и Бан-Бан. Почему это я в списке плохишей? Это неправда. Тише там. Можно поаккуратнее? У нас новенькая. Так, 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 посмотрим. Это чистокровная вампирша. Простите, вышла ошибка. Вы из списка хороших. Можно укус автограф? О, как приятно, конечно. А? Вау, дай пять, подружка. Теперь я один из вас. Это мой шанс. Стоять, укуси и меня, пожалуйста. Тебя? Ты такая бледная, у тебя и так мало крови. Ну ладно, сделаю доброе дело. Упс. Что это? Какая гадость. Решила меня отравить, поганка? Прррр. А это еще что? Отлично. Один вампир пойман. Эй, что там? Ничего. Эй, вампирша, ну как ты там? О, спасибо. Список, как стать вампиром. Итак, начнем с макияжа. Вещь. Для первого пункта мне нужна помощь и нит. Что? Привет, вещь. Я ничего не понимаю и никуда не пойду. Оу, ну ладно, уговорил. Чего надо? Я пришла навестить Венсдей. Она ко мне. Можно? Не так быстро. Сперва проверка. А ты забавная, проходи. В чем дело, Венсдей? Как я могу тебе помочь? Чтобы выйти на свободу, мне нужно стать вампиром. И ты поможешь мне с перевоплощением. Сделать из тебя вампира? Схожу за одеждой. Тебе пора. Да, я уже ухожу. Пока-пока. О, вещь, что ты мне принес? Косметичку и нит. Спасибо. Итак, начнем. Что это? О, с этим я распарю кожу лица. Нужно просто добавить воды.
и включить. О, как приятно! Кажется, я отпарила от себя всю бледность. Так, нужно сделать вот такое движение пальцами, и будет мне полный мейкап. Понятно. Эй, почему не выходит? ТикТок снова меня обманул. Ладно, попробую старый способ. Если долго скрести стену, можно наскрести что-нибудь полезное. И еще немного кирпичной кладки. Оу, нет, никаких сердечек. Кыш, фальшивая романтика. Теперь мне нужно просто нарисовать стрелки. И украсить их красными камушками. Нижнее веко подведу красным. Ууу, это взгляд вампира. И побольше ресниц. Блеск для губ слишком бледный. Он был хорош для моей прошлой жизни. Но для вампира нужны губы поярче. Еще больше блесток из красного кирпича. Контуринг черным карандашом. Все-таки это мой любимый цвет. И красим яркие красные губы. Наряд для вампира. Посмотрим. О, коробка с костюмами на Хэллоуин. Там точно найдется что-нибудь подходящее. О да, классический вампирский плащ. Я словно сама стала вампиром. Подходит. Воротник Венсдей. Недостаточно вампирский. Но я это легко исправлю. Сделаю из него жабо. И украшу кровавым рубином. Ууу, повеяло готикой. А что насчет платья? Голубое? Это не цвет вампира. Нужно включить цветокоррекцию. Вот так, отлично. Вау, идеальный красный. Наряд готов. Что тут у тебя? Просто моя розовая одежда. Хорошо, конечно, можешь проходить. Скорее, Венсдей, я все принесла. Что? Розовая? Лучше я навеки останусь в тюрьме. Посмотри поглубже. О, да, молодец, Унит. Здесь все, что надо. И даже платье. О, моя вампирша, куда же ты запропастилась? Ее нигде нет. Пропала бесследно. Ого, ты не увидела продолжение, подруга. Что? Столько всего? Зубы, прическа. Где все это взять? Не волнуйся, я тебе помогу. Дыши глубже. Мы что-нибудь придумаем. Ты найди зубы, а я позабочусь о прическе. Окей? Окей. Скоро вернусь. Зубы. Как удачно ты жуешь жвачки. Эй, Банни. Какой у тебя крошечный пузырь. Спорим, ты не сможешь надуть огромный пузырь. Запросто, смотри. Упс, ничего не вижу. Помогите, я ослеп. Жвачки я заберу. Вот и материал для моих клыков. Превосходно. Ха, мне нужен парик. Да уж, у Венсдей небольшой выбор причесок. Это не подойдет. Нужно что-то другое. О, посмотрим в моих волосяных запасах. Мини, я забираю твою шевелюру. Ауч! Упс!
Реагент упал на парик. А это идея. Я покрашу все волосы. Побольше красного. Вау, идеальный цвет. Эй, Венсдей, лови. Что? Вау, отличная вам прическа. Остались только линзы. Как же мне получить красные вампирские глаза? Я знаю. Муфаса, не умирай. Отличная идея. Эй, Венсдей, посмотри это видео. Что там? О, нет. Как они жестоки. Вау, мои глаза стали красными от слез. Теперь ты полностью вампир. Ты гений, Инит. Эй, Бан-Бан, выпустишь меня? Что? Это вампир? А, ну, конечно. Ты хорошая. Выходи на свободу. Ура, получилось! Вещь? Нет, не тот костюм. О, вот так намного лучше. Поздравляю, Вампи Венсдей! Минуточку, если ты вампир, укуси свою подругу, и мы проверим. Окей. А? Но ты же не настоящий вампир. Что? Почему она не становится вампиром? Посмотри в коробке. Там сюрприз для тебя. Это коробка? Да. Оу! Так вот, кто похитил мою вампиршу. Пока-пока. Мне нельзя за решетку. У меня аллергия на тюрьму. Эх, совсем как в Вегасе 2 года назад. Привыкайте, девочки. Ты! Это ты во всем виновата! Не сваливай все на меня. Господин офицер, пожалуйста, выпустите меня. Умоляю, сжальтесь над нами. Такие милые девушки. Вы такой суровый начальник. Извините, девочки, я всего лишь стажер. И мне нужно выполнять план. Это все ты. Нет, ты. Нет, это ты. Тишина за решеткой. Хорошее правило. Я молчала достаточно. Это все твоя вина, Венсдей. Эй, второе правило за решеткой – не драться. Очень жаль. Окей, офицер. Девочки, вам нужно переодеться. Впрочем, Венсдей, ты уже одета как надо. Значит, переоденься ты, Инит. А нет чего-нибудь поярче? И займитесь уборкой. Никакого мусора в камере. Я буду совсем как ты. Отвратительно. Эти цвета навевают рвотную тоску. Розовый? Кто додумался изобрести этот цвет? Можно мне? Обожаю этот цвет. О, вот так намного лучше. А здесь у нас что? О, еще одна краска. Как раз то, что мне нужно для яркого фэшн-образа. Вау! Вот такая форма заключенного мне по вкусу. Лучше не смотри, Платон. Чего ты стоишь, Венсдей? Нам нужно все здесь убрать. Легко. О, и это работает? Я тоже так могу. Смотри. Оп, оп. Да, это целый танец щелчков. И кто из вас меня звал? Инит? Венсдей? Мне нужна еще парочка свободных рук. Привет, парни. За уборку. Оу, ты их знаешь? Кажется, они хотят помочь. Молодцы, ребята. Уборка в 3 руки. Готово. Эй, господин офицер, мы все убрали. Пора выпускать нас на волю. Вау, девчонки, эта камера никогда не была такой чистой. Венсдей, идем со мной. Юху! Нас отпускают домой. Я наконец-то поем.
Присядь здесь, Венсдей. Ну и ты присядь, раз так хочешь. Mm-hmm. Начинаем допрос. Эй, зачем так ярко? Прямо как в тот раз, когда я легла под поезд в третьем классе. Я готов, босс. Итак, признавайтесь, кто разбил телевизор? Это все Инит. Я, как обычно, точила свой топор. Она танцевала в наушниках и ничего не видела. Бум! Она столкнула телевизор и сразу обвинила меня. Но это была ты, Инит. Нет, нет, нет! Вот как все было! Я слушала мою любимую песню в наушниках и никого не трогала. Но тут Венсдей задумала что-то кровожадное. Она набросилась на беззащитный телевизор. И разбила его вдребезги. А потом обвинила меня. Хотя во всем виновата Венсдей. Нет, это ты виновата. Не ты. Ты его разбила. Не ты. Да уж, мы недалеко продвинулись. В камеру обе быстро. Окей. Смотри, что я прихватила. Ладно, для тебя тоже есть один. О, спасибочки. И как это работает? Венсдей? Уже? Мамочки, мой тоже горит. Пригнись. Что там за взрыв? Вау, святые песики, какая розовая прелесть. Знала, что ей понравится. Что тут произошло? Юху, красивая стена. Упс, простите. Прекратите визги радости. Это все-таки тюрьма. Есть идея. Очень кстати. Какой стильный полумрак. Вау, Венсдей. А можешь точно так же подумать о радуге? Нет. А о розовом дождике? Не думай о розовом дождике. О, нет. О, да, спасибо, подружка. Это как раз то, чего мне не хватало. О, как празднично и красиво. О, Венсдей, ты присела отдохнуть? Правильно. Я тоже сяду рядом с тобой. Надо же, как неудобно сидеть на полу. Слишком жестко. Без меня эти девчонки вообще ничего не могут. Как ты можешь спать, Венсдей? Это так неудобно. Я уже спешу на помощь. Осталось достать гвозди. Откуда здесь гвозди? И доски. Поберегись! За работу, девочки! Ну что ж, построим себе кровать. Аккуратнее, это мой палец. Прости, в этот раз я случайно. Наши скромные кровати готовы. А у меня есть простыня. Что? Как ты ее пронесла? Это не запрещалось. Ну вот, а моя кровать совсем голая. Эй, господин офицер, здесь так холодно. У вас есть что-нибудь теплое? Пожалуйста. Окей. Держи мой плед. Только тихо, чтобы босс не увидел. Спасибо, ты лучший. Теперь моя постелька намного мягче. Садись, ты арестован. Сейчас я сниму твои отпечатки пальцев. Что? А куда подевалась штемпельная подушечка? И весь набор для снятия отпечатков? Он же всегда был здесь. Ладно, поднимайся. Ничего не поделаешь. Ты свободен. Вон! Окей, спасибо. Что это с ним? Ненавижу свою работу. Упс. Эй, тут тоже лужа. Можешь помыть пол? Я тут ни при чем. Ладно, держи швабру. Справедливый обмен. Что ты задумала? Смотри, что у меня есть. И зачем тебе эта палка? Идеальная длина. Осталось покрасить. И обмотать ниткой. Ладно, твое фото тоже будет висеть на моем мудборде.
ты все-таки милашка, Венсдей. О, сколько бутылочек. Как раз они мне и нужны. Жидкость явно лишняя. Пока. А бутылки я заберу себе. Зачем тебе этот мусор? Сперва я их покрашу. Отлично. И поставлю в них цветы. Такие славные вазочки у меня получились. Обед! Еда, наконец-то. Мои цветочки! Время перекусить. Столько вредной пищи. Не пролезает. А можно вот так? Все остальное твое. Но мне остался лишь поднос. Держи. Приятного аппетита. Ладно. И что мне с этим делать? Точно, я сделаю из него столик для своих цветов. Вот что мне нужно. Урна офицера. Попробую свои коготки в деле. Отлично. Я одолжу эти две урны, спасибо. Эй, нет! Мусор оставь себе. Что? Вот так, отлично. Зачем тебе урны? Смотри и увидишь. Та-дам! Это моя подставка для вас с цветами. Да уж, понятно. Босс, что вы хотите мне сказать? Я все понял. Внимание всем постам, разыскивается урна. Да, мы его не видели, мою урну. Нет. Окей. О, какая хорошая нитка. И такая длинная. О, еще одна. Мне повезло. Приготовьтесь, клубочки. Вас ждет реинкарнация. Вау, сколько помпонов получилось. Но это еще не все. Как резко похолодало. А где мои носки? Ну, это уже слишком. Какой уютный коврик у меня получился. Просто мягкая прелесть. Эти улики потяжелее. Тебе помочь, офицер? Спасибо. Неси их на стол. Конечно. Какой наивный. Из этих ящиков получился компактный столик. Фух. Вот и все. Минутку. Все перемешалось. А ящики? Меня снова обдурили. Эй, вы, пигалицы, подойдите сюда. Ура! Нас наконец-то выпустят. И не мечтайте. Ты и ты. Вы останетесь здесь навечно. Что? Это все ты виновата. Не ты. Ты. Не ты. Ты. Что ж, пора пролить свет на это дело. Я расскажу вам всю историю с самого начала. Эй, что это там? Посмотрим. Так вот, кто виноват. Пахнет раскрытым делом. В тот день я, как обычно, гонял на своей любимой тачке. Но я не справился с управлением на крутом повороте. Машину занесло, я врезался в телевизор и разбил его. Это ты! Нет, ты! Ты! Но это была моя вина. Я так боялся полиции, что сбежал с места преступления. О, нет, что я наделал? Я подставил невинных друзей. Мне нет прощения. Лучше бы мои пальцы отсохли, чем я стал предателем. Из-за меня они гниют за решеткой. Ну уж нет, пора мне самому во всем признаться. Я готов отбывать свое наказание, офицер. Так это был вещь. Кто бы мог подумать? Мой босс будет доволен, что я поймал настоящего преступника. А вы свободны, девочки. Юху! Прекрати. Никаких обнимашек, чуть не забыла. Пойдем скорее. Катастрофа. Здесь словно ураган пронесся. После урагана было бы лучше, я видела. Я это быстро исправлю. Ха-ха-ха.
А ты помочь не хочешь? Зачем? Этим займется вещь. Ты знаешь, что нужно делать. Вещь совсем разленился. Переверни страницу. Бедняжка, он так старается. Ты весь вспотел. Я помогу. Дай 5. Нравится подушка? Держи. Упс, прости, вещь. Я не рассчитала силу. Какое тяжелое дерево. Поможешь? Вау, спасибо, дружище. Вещь. Страница. Можно забрать вещь ненадолго? Нет. Но ему нравится помогать мне. Нет, вещь останется со мной. Он не твоя собственность. Ты ничего не знаешь. Упс, прости, вещь. О, нет. Что это? Это соседи сверху. Я пойду разберусь. Давай, Марк. Открывайте немедленно. Привет. Я живу в комнате снизу, и из-за вас у нас штукатурка сыпется. Вот он, парень моей мечты. Серьезно? Подростки такие примитивные. Вещь? Что это? Я должен помочь, но ковер слишком тяжелый. Он так старается. Какой милый. Я помогу. Держи. Ого, спасибо. Всегда пожалуйста. Приходи еще. Марк, я выиграл. Его еще нет? Странно. Нужно его найти. Открывайте. Какой парень. Я ищу. Что это было? Простите. Нет. Я ищу друга. Ладно, я позже зайду. Таких девушек я еще не встречал. Марк, вот ты где. Уходим. До встречи. Пока. Пойдем. Что за парень? Приди в себя. Я придумала. Моя комната будет радужная и яркая. Нет. Я нарисовала эскиз. Я сейчас ослепну, прекрати. Комната будет черно-белой. Это просто черное пятно. Именно. Как нам быть? Поменяемся. Отлично. Ты что задумала? Со мной шутки плохи. Это будет границей между нашими половинами. Вау! Что это? Посмотрим. Витражное окно потрясающе. Пожалуй. И сейчас я его раскрашу. Моего цветного лака хватит на все окно. У меня есть план получше. Веселье начинается. Походный химический набор. Лучший подарок на Рождество. Спасибо, дядя Фестер. Что-то пошло не так. Ладно, используем старый добрый динамит. Что это? Венсдей! Вау! Спасибо, соседка. Ты слегка перепачкалась. Что? О, нет. Нужно переодеться. Ну как? Мило. Но мне по душе только черный. Здорово. И мне нужна штора. Давай же. Не получается. Придется вешать самой. Та-дам! Неплохо. Есть идея. Посмотрим, что найдется в моем чемодане. То, что нужно. Что происходит? Инит выпустила когти. Моя комната восхитительна. Согласна? Посмотрим, что осталось в моем чемодане.
Черный фатин подойдет. Схожу за инструментами. Я помогу. Этот фатин совсем помялся, но все можно исправить. Идеально, Бенди идет. Что? Слишком гладко. Готово. Свет? Вот здесь примялась. И нет, даже не думай. Упс. Я пойду. Я что-то забыла. Ну, конечно. Облачко, вот чего мне не хватало. Теперь комната заиграла новыми красками. Мои глаза! Одеяло и подушечки сделают кровать уютнее. Но мне нужно больше подушек. Зачем? Проверю подушки на мягкость. Подходит? Подходит. А это слишком мягкое. Дождь из плюшевых игрушек – повод сделать ангела. Ты знаешь, что делать. А, паук! Убирайся, фух! Пожалуй, мне не помешает матрас. И несколько подушек. Матрас слишком мягкий. Идея. Добавлю парочку камней для жесткости. Идеально. На такой кровати я буду спать, как убитая. Тебе нечего бояться, пойдем. Такой потрясающей комнаты я никогда не видел. Марк, ты пришел! С цветами! Вау, мои любимые, спасибо! Вот удача! Он меня не заметил. Привет, Венсдей! Ладно, подойди. Конечно. Чего тебе? Я принес тебе цветы. Вот. Цветы? Надеюсь, ты их любишь. Только если они черного цвета. Идеально. Вазу? Конечно, держи. Спасибо. У меня тоже есть подарок. Держи. Череп. Как мило. Марк, мы уходим сейчас. Все из-за тебя. Неужели? Знаешь, как сложно найти достойного парня? Я тебе этого не прощу. Это танцевальная угроза? Эти движения придумала я. Ну ладно. Стук печатной машинки может быть очень раздражающим. Ах так? Ну ладно. Мой психолог рекомендует терапию рисованием. Она тебе не поможет. Я тебя не слышу! Ла-ла-ла-ла! Ну ладно. Это ничья. У нас есть и дела поважнее. Именно. Полки сами себя не украсят. Моя будет самой сказочной. Нашла чем гордиться. Монохром всегда в тренде. А вот и нет. Марк, я готова любоваться им вечно. Хочу, чтобы ты всегда был рядом со мной. Это так романтично. Романтично? Я покажу тебе, что такое романтика. Главное, надежно закрепить мишень. Точное попадание. Что? Колин в опасности. Инит, привет. Привет, Марк. Ой, он увидит фотографии. Как неловко. Не смотри сюда. Что? Это ведь я. О, Инит. Как любопытно. Держи, подарок. Это скорпион? Мне плохо.
сердце. Это было признание в любви. О, Венсдей, ты мне тоже очень нравишься. Я захватил твое фото. Можем попрактиковаться в меткости вместе. Вот дротик. О нет, я предпочитаю ножи. Он мне сразу понравился.